Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова серия на нашем любимом проекте Amazing Holy Play. Это второй сервачок, пацаны, все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите и начинайте играть вместе со мной. Всех просто поздравляю с наступившим Новым Годом, чтобы у вас в этом году все было реально по кайфу, чтобы у вас не было проблем, чтобы у вас было все хорошо со здоровьем. Желаю вам просто всего самого лучшего, и самое главное, чтобы все, что вы хотели сделать в этом году, чтобы все вы это сделали, и реально все у вас было реально очень хорошо. В этом ролике я вам покажу очень прибыльную работу, чтобы вы понимали, эта работа прибыльнее, чем ограбление, чем дальнобойщики, чем рыбалка. Это временная работа, но она сейчас очень прибыльная, и на нее очень большой ажиотаж. То есть там реально за час можно заработать спокойно миллион. То есть вы можете там за пару часов в день заработать 10 миллионов. То есть работа реально очень ёбнутая, там очень много людей, и я вам сегодня это все покажу. Но если ты будешь начинать играть на данном проекте, неважно на каком сервачке, то, конечно же, вводи мой промокод, чтобы у вас был такой же охуенный дом, как у меня за спиной. Пишите /mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый просто лучший промокод Балканов. За этот промокод вы получите 350 тысяч, вам всего лишь нужно будет скачать уровень. Вы просто заходите, регистрируетесь, вводите промокод, проходите квесты и максимально быстро качаете уровень и получаете свои бабки. Ну а я всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж, дамы и господа, как бы это тупо не звучало, но на данный момент самая прибыльная работа, это получается завод. И что самое интересное, эта работа, пацаны, доступна с первого уровня. То есть вы можете прямо сейчас зайти в игру, понимаете, прямо сейчас. Вы можете зайти в игру и сразу пойти работать на эту работу. Вот прямо сейчас, вот в данный момент. Если у вас даже нет аккаунта, вы просто заходите, регаетесь, берете мопед, доезжаете сюда и зарабатываете просто миллионы. Вы можете за неделю просто поднять, ну если хорошо так работать, то лямов так 100. Понимаете? Людей просто, ну, пиздец. Вот, это все люди, это машины людей, которые работают сейчас, получается, на этой работе. Но, пацаны, хочу заметить то, что это временная работа, то есть ее временно сделали очень прибыльной. Может быть, она будет прибыльная месяц, может быть, 2 месяца, может быть, неделю. То есть, если вы смотрите это видео, то просто берите руки в ноги, если вы хотите заработать много бабок, просто берите, заходите и сразу идите работайте. Потому что эту работу рано или поздно пофиксят, пацаны. И тем более сейчас X2, а эта работа прибыльная только с X2. То есть, без X2 она будет менее прибыльная. Да, тоже неплохо будете зарабатывать, но она будет менее прибыльная. Самое интересное, пацаны, то, что на этой работе есть скилл. И на этой работе, пацаны, максимальный скилл, знаете какой? Это 10-й скилл. На этой работе, получается, максимальный скилл 10-й. У меня 2-й скилл. Но, как я спрашивал пацанов, на 10-м скилле вы за один предмет получаете 15 или 20 тысяч рублей вы получаете. Давайте просто зайдем, пацаны. Реально, просто зайдем. Вот, посмотрим, что там происходит. Просто зайдем. Так, чисто, ну. Да-да, нет-нет, ебать. А тут, пацаны, пизда просто. Это, пацаны, очень прибыльная работа. То есть, здесь сейчас работают просто все. А сколько на максимальном скилле, пацаны, можно заебашить? 17 тысяч, по-моему, за одну стать. А 18 даже? Здорово. Да. Нихуя себе, 17 тысяч, ебать. Да вы, бля, бизнесмены, мужики. В процессе, братан, я снимаю сейчас. Я тут уже 10 часов вынимаю. Ебать, ты ёбнутый, ты всё, дядя. А если вот на первом скилле сколько платят вообще? На первом от 5 тысяч вроде бы. 4 500. Ну, от 4. За час вот сколько тут можно? За час, ну, у меня выходит, да, с 1.4, 1.10. Ну, смотри, за одну минуту можно, короче, 2 детали спокойно делать. И там высчитываешь уже по уровню. А сколько вообще, вот кто, сколько наебашился все время вот, на этой работе? Я вот первый день работы, у меня 2-й лям пошел. Нормально. За 10 часов у меня вышло 16 миллионов. За 10 часов 16 лямов? Да. Ебать, я понял, ну сейчас тоже попробую, ебать. Ну, я так понимаю, что это временная работа, типа, прибыльная, потому что, ну, это, типа, имба. Минуточку внимания, хотел бы вам посоветовать очень интересный канал моего знакомого. Это лютый дальнобойщик, у которого 102 скилл. Поэтому, кто любит дально, кто просто любит пообщаться, посмотреть, как катают рейски там, пацаны. Даже сейчас он стримит как бы с вебочкой, все красиво, работает как бы на заводе. Вот, даже в данный момент, понимаете, я снимаю видео про эту работу, и он просто на ней работает. Поэтому можете просто зайти, подписаться на его канал, я как бы подписан. Вы также можете зайти подписаться. Пацанчик реально, пацаны, очень старается, просто он
стримит там по 7 часов, по 6 часов. То есть давайте его просто поддержим, потому что, ну, он стримит практически каждый день. То есть я думаю, такого пацана грех как бы не поддержать. Вот, заходите просто реально, подписывайтесь на его канал. Повторюсь, ссылочка будет в описании под видео. Вот давайте ёбнем ему 200 подписчиков, дадем ему такой хороший старт, потому что реально пацан старается, стримит. Поэтому берите и подписывайтесь. Я вам буду очень сильно благодарен. Пацаны, короче, X2 закончится, эта работа будет менее прибыльная, но как я понимаю, то, что X2 происходит каждые выходные, пацаны. X2 происходит каждые выходные. Пацан, блядь, за 10 часов заработал, пацаны, 16 миллионов. 16 миллионов заработал пацан за 10 часов. Поэтому, пацаны, вот кто смотрит видос прямо сейчас, просто заходите, блядь, заходите быстрее, пока не выключили X2. Но не факт то, что его выключат сегодня, может его сделают на всю неделю, пацаны. То есть работа реально будет пока что прибыльная, поэтому... можете заходить, как бы пробовать. Здесь, пацаны, в принципе, ничего сложного нема. Поэтому просто вот подходите сюда. Вот, просто подходите, как бы, и все. И просто берете детали и зарабатываете. То есть работа сейчас максимально просто прибыльная. Ну, пацан реально за 10 часов заработал 16 лямов. Вы ни на одной на работе столько не заработаете. Ну, реально, типа. Так, надо столик какой-то найти. То есть, да, здесь людей дохуя, но, в принципе, поработать реально можно. Здесь, в принципе, просто вам нужно... Вот вам пример, образец. И с другой стороны, то есть, слева направо. То есть, слева у вас образец, справа вам нужно вот так вот сделать, короче. То есть работа максимально легкая, то есть, ну реально, типа, здесь ничего сложного вообще нету. То есть эта работа справится реально там 5-летний ребенок. Можете просто приходить и реально фармить. Я лично не проверял, сколько здесь можно заработать, но вы по отзывам пацанов, людям на этой работе можете понять то, что ну, здесь реально очень дохуя платят. То есть и скилл здесь можно прокачать реально за день. И как сказали пацаны, на 10-м скилле за одну деталь платят, получается, 17 тысяч. За одну деталь платят 17 тысяч. Мне на втором скилле платят 5 тысяч за одну деталь. 5700. То есть работа реально максимально просто прибыльная и максимально легкая. Ну что ж, дамы и господа, вот я и поработал на работе, я поработал буквально 10 минут, и за 10 минут со своим скиллом я заработал 50 тысяч рублей. 10 ходок я сделал, за 10 минут вы можете сделать 10 ходок, потому что эта работа у вас занимает буквально минуту, реально, буквально минуту. Но если у вас будет 10 скилл, максимальный, на этой работе, то вы будете... за одну минуту получаете 17 тысяч. Если вы будете работать там час, на максимальном скилле вы заработаете за час 1 миллион рублей, пацаны. На данный момент это просто, наверное, самая прибыльная работа. И пацаны там работают, вы сами слышали отзывы. То есть пацан работает 10 часов, он заработал 16 миллионов. Вы сами видели, то, что да, там много людей, но работать в принципе можно. Хочу вам напомнить, пацаны, то, что, как я и сказал, эта работа временно прибыльная. Если вы хотите заработать, то вам нужно брать и идти сейчас работать. То есть там через неделю, может быть, уже вы не сможете столько зарабатывать. И хочу вам напомнить то, что она прибыльная именно с X2.
Понимаете, именно с X2. Без X2 она менее прибыльная, поэтому нужно работать там, когда есть X2. Ну что ж, дамы и господа, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, просто подписывайтесь обязательно на канал. Это первое видео в этом году, понимаете, просто самое первое видео в этом году. И оно получилось у нас про прибыль. Буду стараться дальше вас радовать видосиками. Как бы идеи есть, желания есть, поэтому ждите. Покажите на этом ролике реально максимальную активность, чтобы все увидели и пошли просто заработать реально много бабок. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.